Едем на соленое озеро. Свернули с основной дороги. А тут, конечно, начинается такая трасса. Ой-ой-ой, называется. Значит, что тут есть? Я сейчас бегом. Грязи, серые, черные. Три минуты. Угу. 3 минуты 50 гривен. И там машин полно, и люди в луже все сидят. Ну что, буду заныриваться. Где? О, вкусняшки. Лепешки, напитки, соль. Розовая соль. Ну, опять же, глина. А, это все из соли. Это все из соли сделано. Вот так вот садишься, ноги поджимаешь и как поплавок плаваешь. Красота. Да. А дно такое, как ракушки дробленые. Вот такое вот. Не колючее, не песок, нет. Но как дробленые ракушечки. Вот такое дно. Марина поплавок. Можно плавать как поплавок. Лежит себе. Красота. Ножки кверху. Давай сейчас посмотрим. Вот и девушка плавает. И там мужчина. И там еще девушка. Приехать можно бесплатно. Никаких входов, никаких оплат нет. Можно упасть на любое место. Платные только услуги, если, наверное, лежак взять и душ с чистой водой 5 гривен. Я там до дна не доставал. Да? А какая же там глубина? Не знаю, я не могу достать. Я всплываю. Да? Ну там, где я по горло висел, я просто висел в воде. А, это ж надо. Какая же там глубина интересная. Ну как ощущение? Прикольно. Прикольно, да? Видишь, я болтаюсь, потом просто раз тело перекидывает. А, ну да. Всплывает. Ну да, то на спине, то на животе. Пойду и я немножко поболтаюсь. Так что приглашаю всех, приезжайте, ребята, не так и далеко, если кто-то в районе Геническо, Арабатской стрелки. От Генгорки сюда 15 минут на машине.
для вас исполнит наша маленькая звездочка, наша красавица Жужа. Ну, я же говорю, Жужа любит. Сегодня 18 июля 2021 года. День сегодня прям с утра был насыщенный-пренасыщенный. С самого утра мы поехали на соленое озеро. Это просто такие ощущения, когда вот так вот воду занырнул, а потом вот так вот ноги поднимает. Так, занырнул, зашел. А потом ноги вот так вот поднимаю, и они висят вот так вот просто в воде, вот так вот как поплавок, вот так вот висишь, и все. Такое, ну, необычное ощущение какое-то, как аттракцион какой-то, знаете, невесомости. Вот, потом, значит, там чуть-чуть побарахтались. А потом мы были на представлении с дельфинами. Я никогда не была. Мне настолько понравилось, настолько красиво, настолько они такие милашки, такие прямо ми-ми-ми-ми-ми, такие хорошие. Так прыгали четко, слаженные на носиках, вот так прямо и человека вот так вот несут. Ну, а потом, как еще им сказали, сейчас они споют, они вообще так такими тонкими голосочками. Вот. Все это в темпе вальса, вот это мы туда-сюда. Потом прибежали к себе в номер, быстренько покупались. А потом на обед. Пообедали, пришли чуть-чуть, передохнули в номере. Вот, привели себя в порядок немножечко. Вот. И теперь вышли на море. Уже как бы солнышко вон садится. Уже такого, но правда сюда пока дошли, так такой солнцепёк, так шмалило, еле дошли. Я говорю, слушай, мы как по сковороде с тобой идем. Да. Ну, людей достаточно, я вроде ушла от основной массы, а все равно люди то там лазят. Ну, понятно, оно ж вдоль всего берега и пансионаты, и лежаки, и все, что ты хочешь, прихочешь. Так вот. И все, на сегодня у нас мероприятий никаких нет. Может быть, в бассейн пойдем. Мы вчера были в бассейне, нам очень-очень понравилось. Так что, может быть, и сегодня пойдем. Бассейн посмотрим как. Если не будет сильная заполняемость, если не будет там, как в тюлени, целая куча, то, может быть, вечерком пойдем немножко в бассейне, поразвлекаемся. На завтра вроде никаких мероприятий мы себе не назначали. Все, что надо, мы план перевыполнили. Мы еще где-то видели тут объявление «Крокодиловая ферма». Ну, правда, не интересовались, что там интересного и работает ли она. Кстати, вот реклама везде. Страусиная ферма. А когда я узнала экскурсовода, она говорит, нет, страусиная ферма не работает. Так а зачем вы тогда рекламу везде вот это вот лепите свою? Я хотела страусов посмотреть. Не то, что я их не видела, но все равно интересно. Вот крокодилов.
на крокодиловую ферму. Было бы интересно тоже. Только где-то надо узнать это, что там с этими крокодилами. Так что вот так вот проходит еще один день прекрасного отпуска. Вода сегодня. Ой, кстати, вода. Вода в море. Впечатление, что ее вообще кипятком каким-то подогрели. Подогрели. Перегрели, прогрели. Вот. Да, вода очень, очень, прям даже можно сказать, горячая. И с детками он прямо в каком-то этом надувном тазике их везут. Вдруг получится. Ага, хорошо. Хочу нажраться, да. Водилички, хорошо. Ой, сколько разной всякой. Бочки. 230 давай. Бобочков сколько? Не помню. Я еще вам рыбку, да, девушка? Молодец, я смотрю. Короче, заходите. Какую вы хотите рыбку? Я смотрю. Угу. Ох, какая рыба. Стрела. Игла. Если ничего ему рисовать не надо. Вот. Ну, плохая.